26 июня на автодороге Байкал-Горный-Березовый межрайонным отделом управления автомобильных дорог совместно с Сачинским ДРЦУ было проведено испытание новой технологии «Рекламайт» по увеличению срока службы автомобильных дорог и улучшению их эксплуатационных качеств, разработанные в США. На чем же основана данная технология? Давайте попробуем разобраться. В условиях резкоконтинентального климата со временем ухудшаются технические качества битума, входящего в состав асфальтобетонной смеси. Естественное старение битума в составе асфальтобетона является причиной появления различных дефектов – шелушения, трещины, выбоины. Процесс старения битума можно как раз замедлить с помощью уникального пропитывающего состава «Рекламайт». Давайте полностью рассмотрим весь технологический процесс. Состав разбавляется с водой в соотношении 1 к 1. Определяется норма расхода состава по специальной методике. Перед нанесением состава «Рекламайт» покрытие должно быть чистым и сухим. Состав наносится на покрытие автогудронатором, либо другим распределителем, который может равномерно распределять эмульсию с заранее определенной нормой расхода. По истечении 20-25 минут поверхность асфальтобетона должна приобрести темный цвет, после чего обработанную поверхность посыпают песком или щебеночным отсевом, чтобы убрать излишки эмульсии. Движение в ограниченном режиме может быть открыто сразу после распределения песка или отсева. По истечении 24 часов песок или отсев удаляют с полотна щеткой или комбинированной дорожной машиной. Что же представляет из себя данный состав? «Рекламайт» – это катионная эмульсия нефтяных масел и смол, разработанная для проникания в асфальтобетонное покрытие на глубину до 40 мм. Уникальный по своей природе состав действует на битум путем замещения и пополнения фракций, утраченных из-за старения в процессе эксплуатации асфальтобетонного покрытия. Применение «Рекламайта» восстанавливает эластичность и повышает упругость битума, а отсюда и долговечность покрытия из асфальтобетона. Состав «Рекламайт» наносится на новое асфальтобетонное покрытие до 2 лет, на которых еще не наблюдается явных разрушений, таких как выкрашивание и шелушение. Также «Рекламайт» может наноситься на новое асфальтобетонное покрытие, при укладке которых были замечены отклонения в соблюдении технологии. Несоблюдение температурного режима при приготовлении и укладке смеси, недоуплотнение, резко изменившиеся погодные условия и так далее. Отдел качества Межрайонного управления автомобильных дорог в течение 2-3 лет будет проводить регулярный осмотр данного обработанного участка, и при получении положительных результатов данная технология будет применяться повсеместно.